знали, ни одной, ни женщины нет в платках. Ни среди играющих людей. Ни один человек, а съемочная группа. Ну почему не указали? Та снимал Георгий Иванович Герберг. Понимаешь? Это все абсолютно и уже известно. Кто? Как? Так, смотри еще. Все записано. Сейчас еще Хачатуряна найду. Я люблю его. А то говорит, я тут вот сейчас я заряжу. Слушать. Вот. Так, сам. Thank you.
Вот он. Вот так. Ну, почему было не пойти мне в дирижеры? Там платят пенсию, платили бы хорошую. Посмотри, Надежда Васильевна. А ты бы за музыканта-то не пошла бы. Нет. Не пошла, смотри. Ну, вот хорошо, что я не музыкант. И вот у меня есть племянники, тоже, я гляжу, там учатся в Гнесинское училище. Это надо иметь. И, да. Ну, как? Вот, заметь, у старобрядцев поют, как топ, кто-то пришел. У старобрядцев тоже поют с указкой там, и везде поют. И надо руководить хором. Это не просто так. Солома, Асафа, специальные певцы были назначены в Иде. Ну, не так, конечно. А у тебя не танец с саблями. Да у тебя Иринин-то сын руководит. Там у тебя записано, нет? Ну, конечно. Да ты что? Да нет, танец с саблями. Так, подожди-ка. Где-то вот здесь. Хором-то управляет это, он. Так тоже надо уметь. Так, вот я сейчас, смотри, как делаю так. Так. Так, сейчас мы найдем, как это, когда играет вот это, как бывает. Вот что-то заткнуло тут. Танец с саблями, танец с дьяволами, танец с зонтиками, с ангелами, все серии, с полотенцами, масками учителей, с дьяволами, первая серия, с лентами, с шашкой. Вот, вот видишь сколько. А четыряма. Вот так. Ты скажешь, а когда они работают, когда... Вот эта работа и есть. Кучер везет Федора Ивановича Шаляпина. Ну и он спрашивает, а кем ты работаешь? Он говорит, пою. Да я, мы все, когда выпьем, говорит, поем. Кучер-то говорит, я спрашиваю, как работаешь ты? Он говорит, ну я пою в театре. Мужик так и не понял, что дело. Поет — это работа для него. Работа. Вчера на Володю там я показал, как он уголь подбирает и начинает, а, старик эксплуатирует его, то другое. А другой говорит, деревня, топить, там забор починить, это не работа. Это так же обычно, как для нас зубы почистить. Люди даже этого не понимают. Ну, каждый топит в деревне что-то работы. Она топит церковь, има там все, даже старенький человек себе обязательно дрова заготовленные, уголь там подсыпал. Вот посмотри, как они стараются. На одной ноге крутиться, это же не просто так. Вот. А теперь посмотри, вот какой бывает танец. Русский даже не знает, говорит, как это они так могут делать. Танец березка, сейчас я покажу. Березка, танец беременный, танец бедрами, танец без костей, белых лебедей, мотыльков, то есть бегемотика, белочек. Вот, посмотри, как одеты. Thank you.
Витя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 14 платьев надо шить. Они. Иностранцы не могут понять, как это так. А сам это. Какие бы танцы ни смотрел, она тут поудивляется, какое одеяние, какие они как выглядят, это вообще. Вот где-то есть такой грузинский хор, поет одни мужчины также. Все на этом. Слава тебе, Господи. Хорошее утро сегодня было, многое посмотрели мы, у меня свои дела надо делать. Так вот.